Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Самұрық-Қазына қорының баспасөз алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі баспасөз мәслихаты Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының акцияларын бастапқы орналастыру, яғни IPO параметрларын жариялау тақырыбына арналып отыр. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации. Добро пожаловать на пресс-конференцию. Тема брифинга – объявление параметров первичного публичного размещения акций, то есть IPO национальной компании «Казмунайгаз» на казахстанских фондовых биржах КАСЕ и АИКС. Спикер Лермен Танстрабутин, Сатқалиев Алмасадам Майданулы, Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасы, Даурен Сапаралиулы Қарабаев, «Казмунайгаз» ұлттық компаниясының басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары, Ахонов Фархат Рашидович, «Халық Финанс» компаниясының басқарма төрағасы, және де «Казмұнайгаз» ұлттық компанияны IPO-ға шығаратын инвестбанктер консорциумынан атынан болып отыр. Алданберген Алина Өтемісқызы, Қазақстан қор биржасының басқарма төрағасы, Бектуров Ринат Нұрмолдаулы, Астана International Exchange басқарма төрағасы, және мен Жанәділ Ернар Бейсенұлы, Самұрық-Қазына қорының дамыту және жекешелендіру жөніндегі басқарушы директорым. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, дәл қазір біздің баспасөз брифингіміз офлайн форматта өтіп жатыр. Бірақ бүгінгі шараға келе алмаған журналистерге ыңғайлы болу үшін Самұрық-Қазына қорының ресми YouTube арнасында қазір тікелей трансляция жүріп жатыр. Ал тақырыпқа қатысты сұрақтарыңызды 8-702-767-0452 нөміріне Telegram каналына жолдасаңыздар болады. Сондай-ақ арнайы Zoom платформасында да тікелей көрсетілім жүріп жатыр. Сауалдарыңызды видео байланыспен шығып қойсаңыздар болады. Алғашқы сөз кезегі Алмасадам Майданұлы өзіңізде. Рахмет, құрметті әріптестер, құрметті журналистер. Бүгінгі брифингке қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Бүгін Самұрық-Қазына Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының акцияларын КАСЕ және АИКС қор биржаларында орналастыру ниетін растайды. Полная информация о размещении будет включена в проспект эмиссии, который будет опубликован на веб-сайтах Самұрық-Қазына и Казмунайгаз на казахском и русском языках 9 ноября. Позвольте мне подробнее остановиться на ключевых параметрах IPO компании Казмунайгаз. Условия сделки рекомендованы Государственной комиссией по модернизации экономики под председательством премьер-министра Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года и согласованы Советом директоров фонда сегодня, 7 ноября 2022 года. В рамках предложения фонд Самұрық-Қазына, которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО «Казмунайгаз», намерен предложить к продаже до 30 505 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций. Таким образом, после предложения фонду Самұрық-Қазына будет принадлежать не менее 85% акций АО НК «Казмунайгаз». Как вы знаете, у нас есть еще акционер Национальный банк Республики Казахстан. Цена за одну простую акцию в рамках предложения составит 8406 тенге за акцию, предполагая стоимость капитала в размере около 5,1 триллионов тенге. Прием заявок инвесторов начнется 9 ноября 2022 года и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 года, а для розничных инвесторов 2 декабря 2022 года. При закрытии книг приоритет будет отдаваться розничным инвесторам, гражданам Республики Казахстан, тем самым будет обеспечиваться формат народного IPO. Теперь разрешите передать слово моим коллегам. Ернар Бисенович, пожалуйста. Алмасадам Майданұлы, баяндамыңызға рахмет. Самұрық-Қазына қоры ірі активтерді жекешелендіру арқылы, яғни ұлттық компаниялардың акциясын IPO-ға шығару арқылы, қордың ел экономикасындағы үлесін төмендетуге ниетті. Бұрын қор тобының кейбір компаниялары қор нарығына шығарылған болатын. Алайда барлық стейкхолдерлар, соның ішінде инвесторлық қоғамдастық, қордың ең ірі компаниясы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясын IPO-сын көптеген жылдары бойы күтті.
Бірнеше жыл ішінде бұл мәміле қандай да бір себептермен кейінге қалдырылды. Бірақ осы жылдар ішінде активтің жаппай сатылымға дейінгі дайындығы жүзеге асырылды. Және осылайша оның инвестициялық тартымдылығы артты. За последние 8 лет долг Казмунайгаза снизился почти в 2 раза. С более чем 19 миллиардов долларов США в 2014 году до порядка 8,4 миллиардов долларов США в настоящее время. Внесены изменения в ковенантные пакеты по долговым обязательствам, в том числе исключены леверидж ковенант и запрет на снижение доли государства. Осуществлена масштабная реорганизация уровней управления. Выведены непрофильные активы, такие как санатории, курорты, кейтеринговые, сервисные компании. Завершена трансформация по субхолдингам и ликвидированы лишние звенья, в том числе переработка и маркетинг «Казмунайгаз», ранее владевшим нефтеперерабатывающими заводами. Кроме того, в прошлом году из состава «Казмунайгаз» была выведена компания «Кастрансгаз», ныне «Казахгаз», что позволило «Казмунайгазу» сфокусироваться на ключевых направлениях деятельности. В текущем году были осуществлены ряд ключевых сделок. В частности, закрыли сделку по обратной продаже 50% доли в «Кашаган БиВи», реализована доля в компании KPI в проекте по производству 500 тысяч тонн полипропилена в год. Эти сделки являются новой точкой роста для «Казмунайгаз» в будущем. Таким образом, можно уверенно заявлять, что «Казмунайгаз» на сегодняшний день более чем готов к первичному публичному размещению акций. Из-за волатильных глобальных рынков мы решили провести IPO исключительно на казахстанских площадках «Косе» и «АИКС», что, по нашему мнению, отвечает национальным интересам и будет крупнейшим локальным IPO в истории нашего фондового рынка. Несомненно, глобальная ситуация влияет и на нас, ведь Казахстан является частью мировой экономики. Однако, по рекомендации профессиональных консультантов, а также с учетом рекомендации Государственной комиссии, было принято решение проводить IPO в текущем году. Компания созрела и готова вступить на новый этап своего развития. Цены на нефть высоки. Из-за повышения финансовой грамотности населения и цифровизации рынка финансовых услуг, интерес и количество розничных инвесторов на казахстанском фондовом рынке значительно вырос за последние годы. Поэтому сейчас самое время действовать и дать возможность населению стать частью инвестиционной истории нефтегазового гиганта страны. Надеюсь, инвесторы оценят условия сделки, согласованные с Государственной комиссией и Советом директоров, и наверняка проявят активный интерес к участию. Келесі сөз кезегі «Казмунайгаз» ұлттық компаниясының басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Дәурен Сапарәлиұлы мырзаға беріледі. Рахмет, Ернар. Қайырлы күн, құрметті журналистер. Біздің бүгінгі пресс-брифингке қатысқандарыңызға көп рахмет. Сіз білесіздер, «Казмунайгаз» ол Қазақстандағы ең ірі компанияларының бірі. Біз мұнай-газ саласындағы әр бағытында жұмыс істейміз. Олар барлау, өндіру, тасымалдау, өндеу және мұнай өнімдерін сату. Ең ірі компанияның бірі болғаннан «Казмунайгаз»дың активтері қазір 32 миллиард доллардан асады. Енді мен қысқаша өндіріс және қаржылық көрсеткіштер туралы айтып өтейін. Консолидированные активы «Казмунайгаза» выросли с 13,7 триллионов тенге по состоянию на конец 2021 года до 15,2 триллионов тенге или более 32 миллиардов долларов по состоянию на конец первого полугодия 2022 года. Добыча нефти с учетом нашей доли в крупных проектах за первое полугодие составила 10,8 миллионов тонн, а за 9 месяцев этого года уже более 16 миллионов тонн. «Казмунайгаз» имеет сбалансированный и диверсифицированный портфель, состоящий как из собственных нефтедобывающих активов, так и долей в компаниях, оперируемыми ведущими международными нефтегазовыми игроками. Объем магистральной и морской транспортировки нефти за первое полугодие составил 37 миллионов тонн нефти, а за 9 месяцев этого года уже более 55 миллионов тонн. Переработка нефти на наших заводах составила 9,7 миллионов тонн за 6 месяцев и более 14,9 миллионов тонн за 9 месяцев 2022 года.
Рост объемов переработки за 9 месяцев составил около 800 тысяч тонн или 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за первое полугодие составила 4,2 триллиона тенге, что на 57% выше показателя первого полугодия прошлого года. Показатель скорректированная EBITDA достиг 598 миллиардов тенге по сравнению с 489 миллиардов тенге годом ранее. Свободный денежный поток составил 188 миллиардов тенге за первое полугодие этого года, что выше на 81% аналогичного периода прошлого года. Как уже было ранее сказано, «Казмунайгаз» за последние годы значительно сократил свою финансовую задолженность. Если по состоянию на конец 2014 года общий долг компании составлял около 19 миллиардов долларов, то по состоянию на 30 июня текущего года он составил 8,4 миллиарда долларов. Инвестиционная привлекательность компании базируется на нескольких факторах. Во-первых, это полная вертикальная интеграция на всех этапах от геологоразведки, добычи и транспортировки до переработки и маркетинга нефти и нефтепродуктов. Во-вторых, это диверсифицированный и сбалансированный портфель нефтегазовых активов, как добычных, так и транспортных и перерабатывающих. В-третьих, это обеспеченность запасами в долгосрочной перспективе и потенциал дальнейшего увеличения за счет обладания уникальным правом, преимущественным правом на приобретение нефтегазовых активов на территории Казахстана. И в-четвертых, это хорошие финансовые показатели и высокие международные кредитные рейтинги. Надо отметить, что и до IPO компания всегда была открыта в своей деятельности. Мы регулярно публикуем информацию о наших операционных финансовых показателях. Максимальный обзор деятельности компании представлен в наших годовых отчетах, отчетах об устойчивом развитии, а также квартальной финансовой отчетности. Хотел бы отметить, что в этом году компании исполнилось 20 лет. С момента ее создания в 2002 году. Для нас это знаменательная дата. Уже сейчас «Казмунайгаз» соответствует самым высоким стандартам корпоративного управления и прозрачности, широко известен на казахстанском и международном рынках ценных бумаг через выпуски своих еврооблигаций, имеет международные кредитные рейтинги от всех трех ведущих рейтинговых агентств, два из которых инвестиционного уровня. Текущее решение правительства и фонда реализовать часть акций «Казмунайгаза» на свободном рынке позволит потенциальным инвесторам приобрести акции компании и будет способствовать развитию рынка ценных бумаг и фондовых бирж в Республике Казахстан. При этом хотели бы отметить, что контроль над компанией остается за фондом «Самрук-Казна», остается за государством. Мы приложим все усилия, чтобы наша компания была привлекательной для инвесторов и заняла достойное место в их инвестиционном портфеле. Спасибо. Рахмет, Даурен Сапарлиулы. Келесі сөзді Охонов Фархат Рашидовна береміз. Рад приветствовать всех участников данного брифинга. Хотел бы еще раз обратить внимание на сроки, озвученные ранее моими коллегами. В частности, с 9 ноября по 2 декабря будет открыта книга заявок. И предполагается, что в течение этого периода будет также проходить широкомасштабное роуд-шоу для институциональных и розничных казахстанских инвесторов. В частности, предполагается покрытие крупных городов и областных центров нашей страны. Таким образом, у потенциальных инвесторов, казахстанских инвесторов, будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с акционерной историей «Казмунайгаза», с факторами его привлекательности, а также с рисками, которые присущи этой истории, выбрать брокера, через которого покупать акции, и таким образом принять окончательное взвешенное решение об участии или неучастии в этой транзакции. Вот. Что касается цифровых каналов, то хотелось бы отметить, что, наверное, никогда за всю историю нашего отечественного рынка ценных бумаг у казахстанских розничных инвесторов не было такой возможности, более легкой, как, чем есть сейчас, в части участия и подачи заявок в IPO. С ростом цифровизации сейчас есть ряд цифровых каналов, которые очень доступны для широких слоев населения. Это и банковские каналы, в частности, например, приложение Народного банка, Хомбанк, в котором уже сейчас зарегистрировано свыше 9 миллионов человек и ежемесячно пользуются свыше 5 миллионов человек.
Это и приложения банковских групп «Жусан», «Банк Центр Кредит», брокерские организации и их собственные мобильные приложения, такие как «Халык Финанс», «Freedom Finance», «Skybridge Invest», «Centro Securities» и так далее. А также приложения «Казпочты» и «Табыс», о которых отдельно будет также рассказано. И хотел бы еще раз обратить внимание, особенно в свете, так сказать, усилившейся активности со стороны мошенников, официальными источниками информации в отношении IPO Самрук Казына является сайт ipo.sk.kz, а также официальный сайт Казмунайгаза. Просьба использовать именно эти источники для получения любой информации в отношении деталей, параметров, каких-то сроков IPO, а также с целью ознакомления с доступными цифровыми каналами для населения, для розничных инвесторов. Рахмет, Фархат Рашидулы. Касе Қор биржасының басқарма төрағасы Алина Өтемісқызы, сөз кезегі өзіңізде. Добрый день, коллеги. Казахстанская фондовая биржа приветствует проведение IPO Казмунайгаза. Ранее Казахстанская фондовая биржа участвовала в проведении народного IPO Казтрансойл Кигок. В них приняли участие 34 тысячи человек, 42 тысячи человек. Спрос превысил предложение в 1,3 раза и 2 раза. Данное IPO положительно повлияет на развитие фондового рынка. Казахстанская фондовая биржа готова проводить подписку, которую объявили, она стартует с 9 ноября. В данное время Казмунайгаз является эмитентом. Информация о нем размещена на сайтах биржи в разделе «Эмитенты», «Финансовая, экономическая и производственная деятельность». Можно с ней ознакомиться. В случае получения информации о брокерах, а также о том, как проходит подписка, участвовать об IPO можно использовать ресурсы биржи образовательные, которые активно в последние 4 месяца мы рассказывали всем потенциальным участникам. Необходимо отметить, что после начала торгов акции Казмунайгаз будут включены индекс КСЕ. Сейчас доставляют 8 акций, из них уже 5 проводили IPO на КСЕ или с участием КСЕ. Также мы откроем торги в режиме Т+2. Алина Утемысқызы, рахмет. Келесі сөз Ринат Нұрмолдаұлы, AX қор биржасының басқарма төрағасына беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, журналистер. Бізде бұл Казмунайгаз компаниясының IPO-ға шығайын деп отқанына өте қуаныштымыз. Біздің биржамыз биыл 4 жыл болып отыр істеп отқанына. Біз бірыңғай, яғни биржа алаңын құруға қол жеткіздік. Бірыңғай дегеніміз бұнда шетелдік және жергілікті инвесторлар мен брокерлар бірге сауда саттыққа түсе алады. Сонымен қатар біздің инфрақұрылым, бұл бірінші Amazon Web Services, яғни бұлтқа шығарылған шешім. Бұл дегеніміз, егізде интернетқа қосылу қандай мәселер болып жатса да, бізде сауда саттық жүре береді деген сөз. Соған қарамастан біздің инфрақұрылым халықаралық ISO стандарттары бойынша кибер қауіпсіздік сертификаттарының иесі. Біздің алаңымызда 30-ға жуық жергілікті және шетелдік брокерлар қосылған. Сонымен қатар жаңа Фархат айтып кеткендей, бұл IPO-ның үлкен айырмашылығы болып, бұл сандық құралдардың дамығандығы. Соның ішінде қазір мына тікелей өзіңіздің ұсынысыңызды, яғни IPO-ға қатысуыңызды бере аласыз. Бұл Казпочта бойынша, жүйесі бойынша және де табыс қосымшасы арқылы. Тікелей қосылу дегеніміз, яғни бірінші әдісі бұл брокер болса, екінші брокерсіз аласыз, яғни кейін сауда саттық басталғаннан кейін брокері да шот ашып, өзіңіздің қағаздарыңызды брокердің шотына аудара аласыз деген сөз. Сонымен қатар біздің де AX Қазақ индекс қатарына Казмунайгаздың акциялары уақыт өте келе жылдың соңына дейін қосылады деген ойымыз бар. Қазмұнайгаз компаниясының жағы 11 миллиардқа жуық бағамен шығуы біздің нарығымыздың капитализация деңгейін, яғни 30 миллиард доллардан асырады деген болжам бар. Рахмет. Рахмет, Ринат Нұрмолдаұлы. Әріптестер, баяндамаларыңызға рахмет. Келесі сұрақ-жауап кезеңі. Дәл қазір YouTube желісінде және Zoom платформаларында тікелей көрсетілім жүріп жатыр. Тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-702-767-04-52 телеграм нөміріне жолдасаңыздар болады. Егер залдан сұрақтар болса, микрофонға шығып, сауалдарыңызды қойсаңыздар болады.
Напоминаю, что вопросы вы можете отправить на телеграм-канал по номеру 8-702-767-04-52. К нам уже поступают вопросы. Первый вопрос звучит следующим образом. После покупки акций, как скоро я могу реализовать выгоду от этой покупки? Фархат Рашидович, я вам передал бы слово. Да, спасибо большое. Ну, нужно помнить, что инвестирование в акции, как и инвестирование в любой инструмент на фондовом рынке, сопряжен всегда с риском. То есть любая инвестиция – это риск. Нет никакой гарантии, что инвестиция вырастет, да, там, стоимость акции вырастет в какой-то короткий промежуток времени, либо там, в среднесрочной перспективе и так далее. При этом есть основания полагать, что поскольку, как правило, да, после первичного размещения, в зависимости от динамики спроса на вторичном рынке, цена на акцию, как правило, растет, то есть действительно такие основания полагать, что такое может произойти. Однако это не является там стопроцентным фактом, и никто не дает гарантии о росте такой цены. Спасибо, Фархат Рашидович. К нам дополнительно поступают вопросы на телеграм-канал. Один из вопросов звучит следующим образом. Ранее заявляли о гарантированном размере дивидендов, но не было точного объявления. Что можете сказать по этому поводу? Является ли размер дивидендов конкурентным? Алмаз Тамайданович, я бы хотел вам предоставить слово. Спасибо, Ильнар Бесенович. Принято решение о том, что в течение 3 лет будет зафиксирован минимальный уровень гарантированных дивидендов компании в размере от 200 до 250 миллиардов тенге ежегодно, что позволит обеспечить интерес инвесторов для инвестирования в бумагу, а также стабильный дивидендный доход для инвесторов. Спасибо. Спасибо, Мустафа Майданович. Вопрос поступает по телеграм-каналу от Ардак Сагидула. Пишет, я пропустила начало, озвучена ли была стоимость одной акции «Казмунайгаз», из чего она сформирована, какой минимальный пакет акций может купить физическое лицо. Напомню, цена предложения за одну акцию составит 8406 тенге. Важно отметить, что предложение ограничено 5% от общего количества размещенных акций компании. Физическое лицо, гражданин страны, будет иметь приоритетное право при подаче заявки. Вернемся к залу. Будут ли вопросы? Пожалуйста. Могут ли зарубежные инвесторы принимать участие в этом? И какие риски вообще инвесторы должны учитывать в отношении к КНГ? Даурен Сапарович, я вам передам тогда слово. Зарубежные инвесторы смогут подавать заявки при открытии подписки. Решение о том, каким инвесторам какие объемы продавать, будет принято после того, как будут собраны все заявки и будет видна общая картина по, значит, спросу, по интересу к бумагам «Казмунайгаза». И правительство, и фонд, и «Казмунайгаз» заинтересованы в формировании долгосрочной, устойчивой, качественной инвесторской базы. Мы хотели бы, чтобы она была диверсифицированная, разнообразная, чтобы там были как розничные, так и институциональные инвесторы, кто ориентирован и на долгосрочное владение, но также и на то, чтобы поддерживать объем торгов акциями «Казмунайгаза». С точки зрения рисков, мы планируем 9 числа опубликовать проспект IPO. Это информационный меморандум, где будет изложена вся информация о компании «Казмунайгаз», в том числе все те риски, которые мы смогли идентифицировать для потенциальных инвесторов, как для местных, так и для зарубежных. Здесь это риски, которые относятся как к самой компании, также риски, которые относятся к нефтегазовой отрасли, например, цена на нефть, риски, которые относятся к Республике Казахстан, к региону и так далее. Поэтому все инвесторы, прежде чем принять решение о приобретении акций, должны будут изучить информационные материалы, которые будут распространяться через биржи, а также через сайт компании «Казмунайгаз».
Спасибо, Даурен Сапарович. Поступают дополнительные вопросы. Следующий вопрос касается тематики ESG. Спрашивают, какие подходы будет компания применять в части ESG после выхода на размещение. Алмастан Иванович, может, я вам передам слово. Так, ну вот мы достаточно большое внимание уделили того, чтобы все наши портфельные компании в своих стратегиях предусмотрели аспекты, связанные с так называемой зеленой повесткой. И вопросам ESG было уделено особое внимание. В частности, для всех компаний, которые мы планируем на IPO, мы поставили обязательное условие получения международного ESG рейтинга. И, насколько я знаю, компания «Казмунайгаз» получила одна из первых этот рейтинг. Международное рейтинговое агентство Sustainalytics даже улучшило показатель рейтинга «Казмунайгаза» в текущем году с 34,5 до 28,4% балла. Это, ну, в целом подчеркивает достаточно сильные позиции компании в части применения лучших практик ESG, практик управления рисками на международном нефтегазовом рынке. Если добавите, да? Да, я бы добавил, что в конце прошлого года перед выходом на IPO «Казмунайгаз» обновил свою 10-летнюю стратегию развития и также принял стратегию низкоуглеродного развития, которая нацелена на то, чтобы снижать наш углеродный след в течение следующих 10 лет. Мы планируем по сравнению с 2019 годом снизить в абсолютном выражении выбросы парниковых газов на 15%. При этом «Казмунайгаз» планирует оставаться нефтегазовой компанией. То есть наша основная миссия – это разработка углеводородного сырья на территории Республики Казахстан, начиная от геологоразведки, добычи, транспортировки, переработки и так далее. Мы не планируем предоставлять нашим клиентам энергию из других источников, но при этом мы будем использовать в своей деятельности все больше и больше возобновляемых источников энергии. В портфеле компании есть ряд проектов по ВИЭ, возобновляемым источникам энергии. Есть ряд проектов по солнечной энергетике, водородной энергетике, ветровой. Также есть совместная деятельность с ведущими международными компаниями по улавливанию CO2, так называемые проекты CCUS. Мы думаем, что все эти инициативы компании, они скажутся на росте акций компании в долгосрочном плане в дополнение к тем дивидендам, которые компания собирается выплачивать. Спасибо, Алмастан Майданович. Спасибо, Даурен Сапарович. Еще раз хотел напомнить, что у нас идет прямой эфир и по официальному каналу YouTube, а также по Zoom. Если у участников сессии Zoom будут вопросы, прошу поднимать руку и задавать в прямом эфире. Возвращаемся к вопросам с телеграм-канала. Мынандай сұрақ келіп жатыр. Акцияның тикер символы қандай болады? Мысалы, Tesla-ның тикер символы TSLA. Казмунайгазда қандай болмақ? Бұл сұрақты мен Ринат Нұрмолдаұлы және Алина Утемісқызына бергім келеді. Рахмет, Ернар Бесенұлы. Яғни бұл компания жаңағы айтылғандай Каспий қор биржасында листингтер бар. Оның тикері қазір KMGZ, ал AX қор биржасындағы тикері KMG болады, үш әріптен тұратын. Алина Чесмина, добавьте. Да, акции «Казмунайгаза» включены в листинг, поэтому у них уже есть стикер KMGZ. Хорошо, спасибо. Еще вопрос поступает как раз-таки к вам опять. Планируется ли внесение бумаг «Казмунайгаз» в индексы КСЕ или АИКС? Я уже ранее ответила на этот вопрос. В связи с тем, что это будет широкое размещение акций, мы ожидаем, и система биржи готова разместить до 2 миллионов заявок среди физических лиц, то мы откроем торги и сразу включим в ликвидный режим Т+2, для того, чтобы могли участвовать широкий круг инвесторов, в том числе иностранные, и они также будут включены в индекс КСЕ для расчета представительского индекса казахстанского фондового рынка. Спасибо. Вопрос поступает. Есть ли у акции индексация к изменению валютного курса, как, по примеру, с акциями компании «Казатомпром»?
Здесь я бы хотел попросить Даурен Сапарельевича прокомментировать, но перед этим я бы хотел также отметить, что денежные потоки компании «Казмунайгаз» как раз-таки являются валютными, и в этом контексте компания «Казмунайгаз» как раз-таки наименее подвержена валютному риску. Даурен Сапарельевич. Да, спасибо, Ернар. Я бы добавил, что действительно акции на КАСЕ и АИКС будут котироваться в тенговом выражении. То есть это казахстанская ценная бумага, казахстанская акция с соответствующим номером и зарегистрирована в Республике Казахстан. И котировки ее будут в казахстанских тенге. При этом, так же как и компания «Казатомпром», так же как и многие другие экспортно-ориентированные компании из Казахстана, основная выручка «Казмунайгаза» она валютная, то есть она приходится в виде экспорта нефти и нефтепродуктов. И поэтому изменение курса, ну, тем самым такая акция, акции любых экспортно-ориентированных компаний являются естественной защитой от колебаний валютного курса. То есть мы думаем, что акция компании «Казмунайгаз» будет именно такой. Спасибо. Вопрос поступает. У «Казмунайгаз» выручка в долларах. А почему «Самурказна» решила привлекать деньги в национальной валюте? Тут, мне кажется, все достаточно понятно. Это является крупнейшей компанией Казахстана. Размещаемся мы на казахстанских двух площадках. И поэтому для того, чтобы сделать доступ для населения граждан страны удобным, мы это все делаем в национальной валюте, в тенге. Будут ли еще из зала вопросы, коллеги? Будут ли вопросы по YouTube-каналу? Ну, я так понимаю, в принципе, мы тогда ответили на все вопросы. Если дополнительно будут поступать вопросы, мы готовы будем предоставить ответ либо в письменной форме, либо у нас в течение следующих 3 недель будут проходить масштабные программы «Роудшоу» по всему Казахстану. Команда посетит все областные центры, города республиканского значения, встретиться со всем населением и ответить на все возможные вопросы. Также прошу следить за нашим телеграм-каналом, за официальными источниками информации. Это страницы в социальных сетях, а также сайт фонда и компании «Казмунайгаз». Коллеги, спасибо за проявленный интерес, спасибо за содержательные вопросы и ответы. До свидания. Осымен бүгінгі брифингіміз аяқталды. Сау болыңыз.